Начну с сообщений, которые поступают в эти минуты из Индии. Пассажирский поезд сошел с рельсов в штате Бихар. Погибли не меньше 6 человек. Информации о количестве пострадавших пока нет. По сообщениям местных СМИ, трагедия произошла около 4 утра по местному времени. С рельсов сошли 9 вагонов. Как сообщили инспекторы транспорта и полиции, во время аварии поезд двигался с максимальной скоростью. К этой минуте движение на участке восстановлено.